Алтайчик, привет, именинник. Алтайчик. Ты маленький мой. А как его зовут? Ой. Алтайчик его зовут. Ну, поздравляю Алтайчик. Тебя, дорогой. Вчера тебе годик исполнился. Алтайчик. Да, маленький. Да, сейчас мы тебе дадим угощение. Ничего. Я надеюсь, 16 числа будет последний суд. И тебя отсюда заберут с этой тюрьмы. Да, маленький мой. Алтайчик, ты что такое? Алтайчик. Ты маленький мой. Спал, да? Да, маленький плачет. Плачет маленький. Водичка есть полная. Да. А вот мы конфеты принесли. Да. Деток будем угощать. Возьмите конфетки. Сейчас я тебе дам. Ой, развяжите, пожалуйста. Уже больно. Раздали. Маленький мой, да, сейчас его тебе. Да, вы можете посмотреть. Так, сейчас я. Только чтоб меня слышно было. Да, сейчас даем. Ты знает, что его ждет. Знает, что ему сейчас будет. Да, ты маленький мой. Ты мой сладкий мальчик. Да, сейчас мы тебе дадим. Давай. Иди. Ой. Оттуда достанем. На, Алтайчик. Опа. Вот так маленький мой. Так. Никакой камеры не вижу, чтоб кто-то говорил, камеру установили. Хотела показать, что мясо у нас с магазина с маркировкой, со всеми делами. Зашугали. Думают, если камеру поставят, так мы к своему тигренку приходить не будем. Еще как будем приходить. Да, маленький. Ну, ранка у него вон на подбородке есть, как была. На. Вот кидаю. Маленький мой, да. Ой. Опа! Вот это я промахнулась еще таким большим кусочком. Сейчас, Алтайчик. На. На, маленький. Вот так. На, мой, именинник ты мой. Годик. Из этого годика, вот ему исполнился годик. В этой тюрьме он находится 10 месяцев. Да. Ой, где этот кусок? Нашел? Нашел. Ну, давайте чуть-чуть сделаем перерыв. Отключите. Угощайтесь. Угощайтесь, у него день рождения сегодня. И вы не угощались. Я сладкий, спасибо. Ну, ладно. Сейчас еще, давай, еще чуть-чуть поснимаю, потом еще кусочек оставила тебе. Да, вот все пришли смотреть, все знают, что у тебя день рождения сегодня. И 16 числа, будем надеяться, будет последний суд, и мы его отсюда заберем. Вернее, Олег Зубков. Тайган, это тайгановский тигренок. Да. Он здесь, смотри, какой тигр, класс. Это вид службы решили прихватить чужого, да. Смотри, да, какой маленький смотри, мой. Какой да, мой именинник. Мой сладкий мальчик. Провел в тюрьме столько времени. Надеемся, очень надеемся, что в тюрьме он больше находиться не будет. Да, малыш. Маленький мой. Ну давай, я тебе еще дам кусочек. Давай, родной. Я тебе дала весь все кусочки. Маленький, мало тебе, что ли? Тебе мало, маленький мой? Мой сладкий мальчик мой. Да. Скоро тебя вернут. Обязательно вернут. Такого не может быть. Как украли, так и вернут. Да? Сладкий, маленький мой. Ну вот, костомах нету. Все равно он худой, особенно если сзади его снимать. Очень худой мальчик. Вот представьте, вот этот вот тигреночек. И еще хочу напомнить, очень хочу напомнить, подписывайте петицию. Подписывайте петицию, чтобы его побыстрее освободили, чтобы его побыстрее выпустили с этой тюряги. Петиция есть, закреплена у Татьяны Алексагиной и у Олега Зубкова на странице. Подписывайте петицию. 16 июня у него суд. Зубков судится
с ветдепартаментом по поводу возвращения своего тигренка к себе домой. Да, маленький мой. И вот еще раз, последний раз прошу, подписывайте петицию. Тигренок не должен находиться в этой тюрьме, тем более его украли. Подписывайте петицию в поддержку тигренка. 16 числа суд, и будем надеяться, что его с этой тюряги уже заберут. Да, маленький? Если, конечно, опять не отложат по каким-то неизвестным нам причинам. И что там ветдепартамент еще придумает, сочинит. Да, маленький мой. Подписывайте петицию. Повторяю, она есть на странице Олега Зубкова и Татьяны Алексагиной. Ждем вашей подписи. Да, подписывайте петицию. Пожалуйста, подписывайте петицию. Тигренок вас очень просит. Он уже запарился находиться в этой тюрьме. Такие апартаменты, конечно, не для тигренка, не для тигра. Он должен находиться на хорошей территории, с хорошей едой, с хорошим уходом, с деревьями, с растениями и со всеми делами, которые ему нужны. Пожалуйста, подписывайте петицию. Она закреплена у Олега Зубкова и у Татьяны Алексагиной. Будем надеяться, что он быстро вернется к Зубкову. И вот у него сегодня день рождения. Вернее, вчера у него был день рождения. Но прийти я смогла только сегодня. Из этого года, вдумайтесь только, 10 месяцев он находится в заключении. Ни за что, ни про что. Только потому, что так захотел ветдепартамент. Уже леопардик. Вы видите леопардика? Ну вот. Теперь в эту плащ-палатку посадили леопардика. Это же надо, вот скажите. Ну кому такое придет в голову? Только нашему СИЗО. Где ты, маленький мой? Маленький, посадили мальчика. А? Ну как вот так можно? Вот когда кто-то отдавал, это же кто-то им отдал этого, привезли этого, они же писали об этом, посмотрите. Ну нормально, вот что это такое? Они еще расширяться будут. Господи, бедное дитё. Мальчик мой. Посадили, вот так вот берут этих краснокнижных и запихивают в тюрьму. Вот и все. А вот и рысь. Не знаю, удастся ее снять или нет. Она слилась вся. Лежит, спит. Ну, рысь вроде еще не парится так, как леопардик. Спокойно сидит. Ну, а леопард красивый, красивый. А ничего, что он такой зверь вот в такой тюрьме? Нормально? Вообще ужас какой. Краснокнижное животное запихнули. И тем более леопард, который развивает такую сумасшедшую скорость. Он должен сидеть и шагать вот здесь, вот в 2 метрах. Ужас, жутко смотреть, просто жутко.